Добрый день! Сегодня будем готовить закуску из сельди шуба. Самая популярная наша закуска. Для этого мне понадобятся следующие продукты. Сельдь – самый главный компонент. Здесь у меня немного скумбрии и сельди. Так. Свекла отварная и морковочка уже очищены. Картофель отварной, лук, майонез. Нарезаю сельдь кубиком. Кубик такой, чтобы приятно в рот положить, и не огромный, не слишком маленький. Берем столько сельди, чтобы покрыть дно тарелочки. Так, покрыла все блюдо, порезала селедочку кубиком таким небольшим. Теперь селедка больше всего дружит с лучком. Второй слой буду делать лук мелким кубиком. Измельчила лук, теперь пойдет он на селедочку. Следующий слой – картофель на крупную терку. Слой картошки то должен, конечно, полностью закрывать уже. Лука я столько не ложила, естественно, а картошечка закроет вот этот слой. Я вам скажу, каждый делает эту шубу, и сколько хозяек, столько и рецептов. Каждый делает по-своему, вот. И если что-то кто-то у кого новое увидит, то и попользуется. Теперь майонезом буду покрывать. Есть каждый слой покрывает, но это будет слишком. Если каждый слой покрыть майонезом, то будет плавать в майонезе. Это не надо. Вот покрыла майонезом, сильно я не притаптывала ложкой, так легонечко. Распределила майонез, теперь буду морковкой заниматься. Также морковку на крупную терку. Так, еще надо столько же морковочки. И напоследок свекла. Покрыла свеклой. Теперь майонез буду сверху. Я делаю такой будничный вариант. А праздничное оформление, украшение этой закуски, ссылочку дам на видео. Вот там очень красивые варианты есть. Это просто покушать
обыкновенный такой вариант. Распределить майонез. Майонез я использую, сок он 72% европейский, у него очень хороший вкус. Такой он кисло-сладенький, ну хороший вкус, не испортите. Постный майонез к шубе не подойдет, он такого вкуса не имеет. Вот немножечко она постоит и все, пропитается. Края, где замазались, подтереть, и все. Закуска готова. Пользуйтесь моими рецептами. Кушайте. Приятного аппетита!